Мы находимся на самом главном мероприятии города Москвы, на московском марафоне. Наша компания является экологическим партнером московского марафона уже второй год. В прошлом году мы сделали марафон более экологичным, отказались от пластиковых стаканов, перешли в бутылки. И мы собрали все бутылки и отправили на переработку гранулу в Ювелир. В этом году в нашем шатре довольно много активностей. Фотозона, велошредер, на котором мы перерабатываем крышечки и дальше делаем симпатичные брелки. Можно сыграть в футбол, выиграть многоразовый пластиковый стакан и у наших многолетних партнеров компании «Азвит» выпить кислородный коктейль. Также в нашей зоне стоит фандомат, в котором можно сдать пластиковую бутылку и получить приз. На всей территории мероприятия, на дистанции и здесь, в этом симпатичном городке, расставлены наши корзины, куда можно сдать бутылки для дальнейшей переработки. Собирали пластиковые бутылки, а уже в этом году на 10-м московском марафоне мы представляем воду в бутылке из Вивильен. Вивильен by Сибур. Бежим экологично. Очень круто, что распространяют, очень круто, что люди приходят. Есть такие конкурсы, можно даже взять пластик. Его переработают, я абсолютно уверена. Компании Сибур просто огромный респект.